Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной вот такую вот веселую аппликацию. Вот такой красивый объемный зонтик и два облака, которые спрятались под этим красивым зонтиком от дождика. Такую вот осеннюю аппликацию сегодня мы с вами выполним. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится цветная бумага, бумага для оригами, фломастеры, фигурные ножницы, обычные ножницы и клей. Для одной детальки нам понадобится квадратик. Таких деталей мы сделаем с вами 5 штук. Итак, складываем наш квадрат пополам. Затем разворачиваем, складываем еще раз пополам. Разворачиваем, складываем по диагонали. Затем еще раз по диагонали. Так, раскрываем. Далее уголочек тянем к серединке. Переворачиваем нашу заготовку и нижний угол тянем к центру. Теперь получившийся уголочек сначала гнем в одну сторону, теперь в другую сторону. Далее давим на нее сверху. Вот что должно получиться. То же самое делаем и с верхней стороной. Начинаем склеивать наш зонтик. Раскрываем наши детальки. Уголочки вот так вот вкрываем. Далее мы работаем на клееночке. Наносим тонким слоем клей. И начинаем собирать наш зонтик. Так, это сюда приклеиваем. Мы приклеиваем сюда. Вот так. Что у нас должно получиться. Клей будем наносить мы на
нижние детальки, чтобы у нас получилось вот так вот. Только на нижние детали. Приклеили мы зонтик наш. Закручиваем трубочку. На край наносим клей и приклеиваем. Фигурными ножничками вырезаем облако. Фломастером облачку рисуем глазки, улыбочку. Реснички рисуем. Берем клей, наносим на наши облака. Фломастером синего цвета мы рисуем дождь. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!